Я очень счастлив, что все мои друзья приехали. Спасибо, спасибо, спасибо. Это такая выставка, называется «История Лугу». Каждая картина своя история, и моя жизнь тоже из истории все идет. За это я назвал эту выставку «История». И честь тоже наша такой. Здесь тоже один сюрприз для меня. Со мной еще участвует тоже начинающий маленький художник. Тоже это он попал в эту историю. И надеюсь, вам понравится. Уже увидели, наверное. Его зовут Нурсаид, ему 7 лет. Да. Его любимый художник не я. Всегда спрашиваю, кто твой художник любимый. Говорит, отец, мне не нравится твоя работа, я люблю Пикассо. Ну, у него один маленький секрет, я вам рассказал. Ну, надеюсь, будущее будет лучше Пикассо. Спасибо. Я еще хочу сказать, у нас из Министерства культуры Артем, уважаемый человек, тоже гости. И наша Лина Валицус, Моника, тоже здесь. Очень приятно вас всех видеть. Еще раз благодарю наши Азербайджан диаспора комитет. Тоже жаль, что они не смогли приехать. И наше посольство тоже должно было быть, но надеюсь придет, ждем еще. Может, уважаемый Артем что-то скажет, пару слов. Я, конечно, хочу прежде всего поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сюда, и, конечно же, виновника сегодняшнего торжества Равшана за тот подарок, который он нам регулярно делает сегодня здесь, в галерее. Сегодняшнее мероприятие, можно сказать, проходит в рамках Дня народа, которое в Эстонии мы празднуем с 2005 года, уже 18 лет. И проходит много разных мероприятий. Не только в Таллине, но и в других регионах. Что касается конкретно ваших произведений, то здесь можно заметить как раз вот этот диалог культур и теплоту, которую вы передаете в картинах. И в принципе вы также являетесь таким мультифункциональным человеком, то есть вы не только пишете картины, но и занимаетесь ткете ковры. Это тоже столь похвально. И спасибо вам за это сотрудничество и всех благ. Спасибо. Спасибо. Сейчас Дни культуры меньшинства, народа. Идет разные места праздники. У меня насчет этого тоже два выставка. Я очень благодарен Таллину и Министерству культуры. Поддерживает разных культур и дает возможность развивать свои культуры. Это очень большой честь и очень приятно. У меня два выставка. Выставка «Коврот качества» в другом моем галерее, а здесь такой мой история. Маленький, да, выставка. Может, Лина Валицус. Пожалуйста, Моника Абандус. Aitäh, Roshan, selle näituse eest. See näitus on, miks mulle see väga meeldib, sest Tallinnas elab hästi palju erinevaid rahvakilde. Erinevaid rahvusi, kellel kõigil on oma kultuur ja oma kombed. Ja kui üks rahvas või kultuur hoiab oma juuri ja esitleb seda uhkusega, siis on kõik väga hästi. Ja need, kes on siin alalised elanikud, oskavad seda hinnata. Tänasel näitusel mulle väga meeldis vaadata neid pilte, kuidas kunstnik näeb Tallinnat erinevatest nurkadest. Võib-olla natuke teistmoodi kui meie. Ja teisalt annab meile võimaluse vaadata, kuidas on Aserbaidžaanis, ehk toob kokku need kaks maailma. Nii et aitäh selle eest. Ja järgmisel aastal, nagu me teame, on rahvuskultuuride kultuurilise mitmekesisuse aasta. Nii et me võime öelda, see näitus on täna sissejuhatus järgmisesse aastasse. Nii et aitäh ja edu! Aitäh! Tööd on palju kultuuri päev.
Вейкой маленький такой сувенирный из Азербайджана, и мой вайба, это символ. Здесь есть цветок эстонский, и орнаменты азербайджанские, это как, как это, барана, это есть такой? Лама. Ойнас. Ойнас, это такой рога. Вот это символ рога, и он охраняет. Он в середине, а это его сторожает. Это для вас маленький подарок. Спасибо. Ja see on siis, ma saan aru, Eesti ja Aserbaidžaani sõpruse sümbol. Jah, jah. Aitäh. Suur tänu.